Марина Захарченко спешит поблагодарить сотрудников дорожной службы. Они оказали неоценимую помощь и поддержку, когда совершенно неожиданно ее автомобиль занесло на дороге и выбросило в кювет. На повороте нас резко начало заносить, и тормоз никак не срабатывал абсолютно. То есть нас вело по льду, и между двумя столбами просто как-то Бог отвел нас. Да, машину снесло в кювет, и она прям носом махнулась, там глубокая была канава, и прям носом махнулась вот там канава. Первые заморозки, летние шины и обычная утренняя поездка с ребенком в детский сад чуть не обернулась трагедией. Но оперативные действия сотрудников полиции помогли на месте аварии и маме, и ребенку. Поддерживали морально и где-то шутили, то есть старались убрать вот это чувство страха. И, честно, очень поддержали меня морально и психологически. Я им очень благодарна за это. В любых ситуациях главное не паниковать, говорят полицейские. За время работы повидали всякое. Увидев заехавший в кювет автомобиль, действовали по обычному распорядку. Главное не паниковать, держать себя в руках. То есть это паника – это залог беды, как говорится. Все, самое главное – не паниковать. Быстренько подъехали, спросили, есть ли повреждение, нуждается ли медицинской помощи. Она ответила – нет, все хорошо. Все, дальше как накатаны. Вызвали эвакуатор, извлекли машину за полтора часа. В этот раз каким-то чудом не только не пострадали пассажиры, но и сам автомобиль отделался лишь царапиной. Чтобы таких ситуаций не случалось, главное соблюдать скоростной режим и вовремя менять шины на колесах. Уже приходит зима, по ночам подмерзает, доходит температура до минус. То есть, соответственно, логично, что это произойдет, поэтому нужно уже всем водителям начинать переобуваться на зимнюю резину, чтобы таких не было моментов. Полина Бахова, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».